стали известны подробности инцидента с известным актером Валерием Николаевым, отбывающим административный арест в спецприемнике на Варшавском шоссе. После того, как актер повел себя крайне неадекватно, его срочно отправили в психиатрическую больницу. 10 февраля популярный актер и режиссер 56-летний Валерий Николаев по решению суда был помещен в спецприемник Сахарова. Актер управлял автомобилем без водительских прав в состоянии алкогольного опьянения. Поведение знаменитости сразу показалось странным его сокамерникам. Вместе с ним в камере содержались еще 7 человек. Николай расхаживал по камере, громко озвучивал, что он великий актер, разговаривал сам с собой, что-то кричал и стучал в дверь. 11 февраля во время ужина, около 21 часа, Николаев без причины обозвал свиньей 27-летнего уроженца Таджикистана, отбывающего такой же срок. Молодой сиделец не выдержал обиды и вылил свою тарелку супа в лицо Николаеву. Завязалась потасовка, которую быстро прекратили сотрудники спецприемника. Актеру предложили вызвать скорую помощь, но тот отказался, настояв на том, чтобы по факту инцидента вызвали сотрудников полиции. Прибывшие стражи порядка получили от Николаева заявление, в котором тот изложил свои претензии к трудовому мигранту и озвучил сумму ущерба 20 миллионов рублей за ожоги более 40% кожи. Во избежание продолжения конфликта актера пересадили в другую камеру, но приключения на этом не закончились. Когда на следующий день Николаев снял с себя штаны и засунул в задний проход зубную щетку, прохаживаясь в таком виде перед другими задержанными, администрация спецприемника не выдержала. К слову, все эти действия со стороны Николаева сопровождались громким лаем и хихиканьем. Прибывшие медики, пообщавшись с актером не более 2 минут, приняли решение о срочной госпитализации в психиатрическую лечебницу. Ожогов на коже пациента, о которых он указал в заявлении, врачи не нашли.